Итак, всем привет, это Gadget X. Компания Ehance представила новый смартфон i8, получивший трендовую функцию распознания лица. Благодаря этому достаточно просто взглянуть на устройство, чтобы разблокировать его. Новинка также оснащена широкоформатным дисплеем с тонкими рамками, двойной камерой, 4 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 64 гигабайта. Старт продаж Ehance приурочен к празднованию Черной Пятницы, благодаря чему его можно предзаказать по сниженной цене. Практически всю переднюю панель Ehance i8 занимает 5,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. В настройках можно активировать функцию распознания лиц, после чего для разблокировки смартфона нужно будет просто взглянуть на него. Фронтальная камера приведет сканирование лица, и в случае совпадения с зарегистрированным образцом вы получите доступ к устройству. Таким образом, никто посторонний не сможет разблокировать ваш гаджет. Если вас этот способ не устраивает, то на задней стороне есть традиционный сканер отпечатка пальцев. Подробные характеристики Ehance i8. 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+, с соотношением сторон 18:9, 8-ядерный процессор Mediatek MT6750T, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта встроенной памяти, поддержка карты памяти microSD, двойная основная камера с сенсорами на 16,3 мегапикселя, 8-мегапиксельная фронтальная камера, 2 слота для сим-карт, поддержка 4G LTE, сканер отпечатка пальцев, плюс разблокировка по лицу, аккумулятор емкостью 3500 мАч, разъем USB Type-C, Android 7.0. Официальная розничная стоимость Ehance i8 составляет $160.